Спартак вновь одержал отрицательную победу в домашнем матче против Факела. Поединок из-за плохого качества поля был перенесен в Лужники и в первую очередь запомнился безвольной игрой двух опорников красно-белых, которые всего неделю назад очень солидно выглядели в Питере, а в этом матче творили такое, что хотелось буквально хвататься за голову. Мартинс привез глупейший пенальти в первом тайме, но Пруцев пошел еще дальше и забил мяч в свои ворота в тайме втором. Как итог, абсолютно закономерное поражение и главный повисший вопрос: насколько в таком уровне кривых ног виноват главный тренер и что теперь с этим делать? Видится мне, что у руководства Спартака традиционно нет какого-то серьезного плана. Поэтому я выбрал бы вариант с тем, чтобы этот план до конца сезона четко продумать, оставив доработать Абаскаля. Другое дело, если есть действительно качественные идеи по улучшению, тогда их реализовать необходимо прямо сейчас. Например, продолжить стебать публику и вернуть одного полевого командира. Ну а чё, сюр будет знатный.